Украина намерена покончить с внеблоковым статусом и встать на курс интеграции в евроатлантическую систему безопасности. Об этом объявил президент страны Петр Порошенко в ходе визита в Варшаву и встречи со своим польским коллегой Брониславом Комаровским. Украинский лидер не сказал напрямую о НАТО, но подчеркнул, что по возвращении домой направит предложение в Раду об отказе от внеблокового статуса. По словам Порошенко, его цель – подать заявку о вступлении Украины в Евросоюз в 2020 году. Польский президент со своей стороны заявил о готовности начать переговоры с Киевом о продаже оружия. «Я никогда не слышал ни о каком эмбарго на продажу оружия Украине», – сказал Комаровский. «Если Киеву это интересно, то, конечно, Польша абсолютно открыта к проведению переговоров». Пока украинский президент обсуждал поставки оружия, в Киеве говорили о перспективах мира. В среду глава ЕС по вопросам внешней политики завершила двухдневный визит на оптимистической ноте. По словам Федерики Могерини, Евросоюз наблюдает готовность России разрешить конфликт на Украине и ожидает подтверждения этого на практике. «За последние часы и дни на Донбассе не было жертв конфликта, и мы надеемся, что это станет залогом мира», – подчеркнула Федерика Могерини.